Всем большой приветик! Мое очередное видео я снимаю для вас в манго. Середина осени, серость за окном, ничего лучше не может скрасить, как приятный шопинг и новые стильные вещи. Несомненно, бренд манго на данный момент пользуется огромным интересом и большим спросом среди любителей одеваться по моде, не пренебрегая комфортом. Отсюда и возникло мое желание поделиться с вами некоторыми из их новинок. Одна из самых модных моделей дубленок укороченный длинный авиатор. Эта модель уже отпраздновала свой столетний юбилей, но она по-прежнему востребована и актуальна. Теплая, практичная и удобная куртка-пилот идеально вписывается в повседневный зимний гардероб. Прекрасно сочетается как с брюками и грубыми ботинками, так и с длинными юбками и платьями. Несмотря на то, что искусственные дубленки сегодня выглядят практически неотличимо от натуральных, наиболее популярные материалы все же остаются овчином. В осеннем-зимнем сезоне в числе основных трендов фигурируют дубленки всех мастей и моделей. А модницы безумно рады этому тренду. Жертвовать ради моды комфортом и теплом не придется. Легкое платье. Сама природа подсказывает изумительные цветовые сочетания или живописные узоры, используемые в современных тканях. Очень стильно смотрится одежда, имитирующая мрамор.
Это всегда выглядит стильно, сочно и достойно. Дополнила этот образ пиджаком оверсайз из шерсти. Беспроигрышный выбор для повседневного офисного ансамбля. В морозную погоду возьмите на вооружение модную пушистую кашубу, крупную шахматную клетку. Это довольно акцентный принт, который отлично смотрится в сольном исполнении. Классическое сочетание, полюбившееся миллионам женщин, за возможность совместить максимальный комфорт с элегантным образом и неповторимым чувством стиля. Сочетание тренча с кроссовками модельеры приветствуют использование обуви, противоположного от верхней одежды стилистического направления, как одно из набирающих популярности влияния моды.
симпатичная блуза и юбка. Ассортимент одежды с надписями настолько разнообразен, что придется по душе даже самым взыскательным модницам. Платье в горох особенной популярности среди женщин пользуется черное платье с этим принтом. Классическое сочетание белого гороха, правильная подобранная длина и фасон помогут сделать образ стильным, свежим и вместе с этим достаточно ярким. А носить куртку-косуху дизайнеры предлагают днем с джинсами, брюками, костюмами, а вечером с шелковыми платьями и романтическими блузами. Надеюсь, это видео было для вас полезным и информативным, что вы нашли что-то новенькое и интересное для себя. Также буду очень благодарна за пальчик вверх, если вам понравилось это видео. И, конечно же, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. И мы увидимся совсем скоро. Всем пока-пока!